Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Если вы желаете купить квартиру в Алании, то обращайтесь, у нас есть большой портфель на ваш вопрос. Я нашел в Махмутларе на первой береговой линии трехкомнатную дизайнерскую квартиру под ключ с видом на море, с балкона. Так, быстро сниму проект, потом поднимусь на верхний этаж этого проекта. Проект был сдан 12 лет тому назад, вот такие красные здания. Там первая береговая линия. У нас тут такой просторный большой бассейн, просторный ухоженный сад. В этой стороне у нас детский бассейн, вот такой просторный. Квартира находится у нас в этом блоке. Здесь садик, там есть также калитка, выход к первой береговой линии. Здесь душевая часть, есть генератор, парковочные места для велосипедов и мотоциклов. А так машину можно останавливать в левой стороне проекта. Там улица Барбаросса. Рядом Атоммастер, напитки там делают натуральные, вот отсюда видно. Ну, тоже считается центральной частью Махмутлара. Вот такой ухоженный просторный сад с разными растениями, фруктами. Вот. Айда тут 230 лир, 23 евро в месяц. Генератор. Вот здесь у нас под этим зданием маркет Carrefour Mini. Есть калитка также в этой стороне. В той стороне у нас на улице также есть маркет. Так, входим. Лифт тоже такой нормальный, новенький. Поднялись мы. Вот такая лестничная площадка. Вот квартира. Прихожая. Сразу в прихожей у нас такие кресла. Здесь у нас встроенный шкаф. Так. Вот такая просторная прихожая. Здесь у нас дополнительная спальня этой квартиры. Интересная картинка. Огонь и вода. Ну, я так как водолей, я тушу огонь. Тушить. Так. Здесь у нас стиральная машинка Altus. Такой шкафчик. В этой стороне санузел. Здесь у нас хозяйская спальня. Вот. Как минимум здесь 15 квадратных метров спальня. Здесь у нас балкон. Вот такой вид. Отсюда видно море. Так и с этой стороны видно море. Один санузел. Да. Этой квартире один санузел. Так. Вот такая гостиная. Вот такая мягкая мебель. Интересная такая красивая там леопард типа. Так. Уютная квартира. Дизайн вроде менее мне нравится. Ну, на любителя.
кому как. Не люблю много говорить про дизайн квартиры, потому что у каждого человека свой вкус. Так, здесь почти отдельная кухня. Просторная гостиная, совмещенная с кухней. Так, покажу столешницу. У нас мрамор вот такого цвета. Бытовая техника фирмы Altus. Печка, то есть духовка, плита и вытяжка фирмы Alpina. Выйдем на балкон. Кондиционер фирмы Arçelik. И такой балкон. Также вид отсюда на соседнее здание, на бассейн, на море, на соседний бассейн. Там кто-то плавает. Вид на горы и вот эти соседние здания. Вот такой садик. И там дядька лежит. Так, вот там маркет под этим зданием. Первая береговая линия, море 40 метров до воды. 45. Так, потолочек. Телевизор они принесут и поставят на место. Так. Дорогие зрители. Квартирка, ну, конфетка, первая береговая линия, цена этой квартиры 125 тысяч евро. Скидку от меня хорошую вы получите, я добьюсь, так что звоните, о цене поговорим. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру, который указан в описании. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасси из солнечной Алании, район Махутлар. Всем пока-пока.